Очередная забава для малипусик. Вот наша малышка Веда. Нам уже 3 месяца, 1,4 кг весим. А это у нас Доня. Доня. Покажи. Невеста завтра поедет замуж выходить. А упала? Аси собака. Упала? Замуж поедешь завтра выходить к жениху красивому? Давайте я вам на пол поставлю. Давайте на пол. На пол. А Вега решила, нафиг мне это надо. Я лучше на кровати потусуюсь. Кроватные вообще животные. Да? Ребенка, замуж пойдешь завтра? Поедешь к жениху? Это Бусик наш старший парень. Да? Забава какая. Ну и кошка тут притутулилась. Да, Косу? Тоже рядышком. И Буся. Да, сверху лучше наблюдать, да? Сверху лучше. Наши маленькие игруны со своей любимой забавой. Бусе больше всего нравится эта игрушка сумасшедшая. Че это он? Ругается на тебя, да? Кошке вроде бы тоже интересно. Но не так сильно. Как бумбуськи. Ой, как он. Вот и Доня прибежала. Тоже на разведку. Но как-то Доньку нашу не очень-то интересует.